таком случае я соединю вас со специалистом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отдел контроля операций банка ВТБ. Меня зовут Вадим. Здравствуйте, еще молчом. Здравствуйте, вы мне позвонили. Здравствуйте, с вами связался голосовой помощник нашего банка, озвучил вам информацию, после чего переключил вас на меня на оператора. А вы где находитесь территориально? Реально в Москве нахожусь. В Москве находитесь? Так точно. Давно работаете в ВТБ? Полгода. А в Москве живете как давно? 3 месяца. 3 месяца. Откуда приехали? Белгорода. А вы с какой целью интересуетесь? Ну, у вас акцент с Украины. Ну, приедете, поживите у нас в Белгороде, там рядом взрывается, потом тоже начнете думать, куда вам уехать подальше. А что там взрывается? Там же ничего, нормально все было. Там ПВО работает, наши российские. Очередной развод. Человек приехал с Белгорода 3 месяца назад. Он работает в ВТБ полгода. С непонятным акцентом. Южным, не российским акцентом, да, внимание. Ну, ребята, ну это мошенники, ну сколько можно, одно и то же. Не ведитесь на это, не ведитесь. Человек 100% мошенник. Это 100%.